Всем добрый день, рада вас приветствовать на своем канале сегодня. У меня отличное настроение, есть замечательный повод, чтобы отправиться в небольшой итальянский ресторанчик в самом центре города Сочи и сделать для вас видеообзор. Одно из самых любимых прогулочных мест у нас сейчас в центре города Сочи. Очень красивая прогулочная пешеходная зона. И здесь у нас множество кафе, ресторанчиков, магазинов. Мы давно не были в пиццерии, которая открылась в прошлом году, не делали видеообзор. Называется она «Мама Рома» с левой стороны. И сегодня как раз у нас есть отличный повод. День рождения нашего замечательного Павлика, который монтирует наше видео, снимает, занимается рекламой. И как раз мы его поздравим в этом замечательном месте. Ну и вы заодно посмотрите. Я думаю, что эта информация будет полезна для тех, кто следит за нашим каналом, кому интересна жизнь в Сочи, какие у нас здесь цены. Расскажем о всех плюсах и минусах данного заведения. Столики есть как снаружи, так и внутри. И мы, наверное, отправимся внутрь. Фестиваль пасты за 199 рублей. По будням с 12 до 5. Также есть доставка у них. Невинная суббота. Скидка 50% на вино. Меню красивое, с картинками. Всегда хвалю тех, у кого красивое меню, когда ты видишь, что сразу хочется побольше всего заказать. Лесной микс 410 рублей. Отдельное меню с лисичками. Салаты здесь от 280 до 695. Раньше здесь были бизнес-ланчи, сейчас их отменили. То есть просто по основному меню вы заказываете. В основном, конечно, много теста. Есть супчики тоже. Так, суп от 225 до 535. Равиоли с сыром 425 рублей. Куча-куча всякой пасты. Стейки тоже есть. В принципе, меню хорошее, большое, большой выбор. Кальмары, рыба. Ну и, конечно же, пицца. Пицца в среднем где-то в районе 500 рублей. Так и быть, придется мне съесть кусочек пиццы и салат из цукини. Так, и чай мы заказали. 800 миллилитров. Клубника, малина. 800 миллилитров 415 рублей. Кофе латте 170, двойной капучино 250, экспрессо 90 рублей. Ну, то есть цены, в принципе, в среднем, как и везде, особо не отличаются. Картинки красивые, молодцы. Давайте поснимаю интерьерчик. Очень милый, симпатично, уютно, прям так хорошо все продумали. Единственное, что достаточно близко, конечно, столики стоят друг к другу. Вот. Но в целом замечательное место, я всем рекомендую, если будете в центре Сочи гулять, да, у нас по Новодинской. Любите пиццу, здесь у нас две классные пиццы, Сицилия и вот это. Здесь само место, я бы сказала, себя продает. Хотя есть у нас здесь заведения на Новогинской, да, тоже такие кафе, ресторанчики, которые открывались и закрывались. Поэтому, наверное, здесь все-таки должно быть хорошее соотношение. Еда, цены, ну и, конечно, обслуживание. С обслуживанием здесь пока все замечательно. Сейчас поедим и поставим свою независимую оценку. Чайник у нас полный клубники. Красивая подача. Молодцы. На мой взгляд, чай
очень сладкий, нам сейчас принесут дополнительно кипяток. Ну, опять же, это на мой вкус, а вот для Павлика нормально, не сладко. И даже согласились для нас специально сделать музыку чуть потише. Принесли нам суп и салат, да? Салат из сырого цукини с сырыми грибами. Кстати, шампиньоны сырые очень вкусные. Я не так давно их для себя открыла в сыром виде. А это у нас сливочный супчик, да? Под фортелли с лососем. Красивейшая наша пицца с анчоусами. Так, принесли наш счет. Значит, у нас здесь чай. Фарфадели с лососем 495, сливочный суп 475, пицца 575, салат из цукини 295. Все вместе 2255 рублей. Я небольшой любитель глютеновой вредной еды, такой как пицца и паста. Но все же, если будете в самом центре города Сочи и любите данную еду, я рекомендую вам данное заведение для посещения. Надеюсь, вам понравилось видео и было полезно. Если это так, не забудьте поставить лайк, тем самым поддержите мой канал. Всем отличного настроения и огромный привет из города Сочи!